С сегодняшнего дня и до 31 марта планируется провести не менее 12 гонок. Яхтсмены будут состязаться в классах лазер-радиал, накро-17 микст, а также на парусных досках РСХ и техно. Спортсмены съехались со всей страны. Участвуют в сочинских этапах после пятилетнего перерыва и белорусы. Поэтому регату теперь можно по праву считать международной. Для участников Кубка России эти соревнования еще и отборочные, причем в национальную сборную страны. Вся серия зимних регат, отмечают судьи, а их здесь, к слову, 20 человек, направлено на подготовку спортсменов к основным гонкам, имеются в виду соревнования международного уровня. Поэтому яхтсменам очень важно проявить и зарекомендовать себя. Сочинцы на фоне опытных соперников выглядят достойно. К тому же они лучше остальных знают местные условия. А в парусном спорте порой именно этот факт является решающим в гонке. В некоторых классах, таких как парусная доска, мы просто доминируем, можно сказать, в России. К сожалению, или даже к счастью, не знаю, самые сильнейшие уехали сейчас на этап Кубка мира в Испанию. Но и подрастающее поколение, вторые номера города Сочи, готовы бороться с сильнейшими яхтсменами. В каждом классе есть свои лидеры. На победу в сочинской регате рассчитывает каждый из них. В их числе и сочинка Алиса Франик, победительница прошлой гонки. На этот раз игра действительно стоит свеч, отмечает яхтсменка. Ведь финалисты этих соревнований попадут в молодежную сборную до 19 лет. Хорошо, что еще своя вода, но в родном городе это помогает. Погодные условия, более-менее знаю. Все опытные девочки. Надо выигрывать, будем стараться. Помимо мастерства и готовности самих ребят, для начала гонки необходима благоприятная погода. Но в Сочи она, как всегда, непредсказуема. Яхтсмены, как в принципе все спортсмены, достаточно суеверны и верят в силу мысли. Уверены, благодаря общим усилиям им будет сопутствовать нужный ветер. Инга Габейшина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.